«Будь готов» — так назван региональный проект, который реализуют Тюменский атлетический клуб «Антей» и региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Проект «Будь готов» — это проект коллаборации военно-патриотических сообществ Тюменской области и спортивного клуба города Тюмени. Ровно 300 карт выдано членам военно-патриотических сообществ для того, чтобы они могли поддерживать свою физическую форму в стенах клуба «Антей». Наши инструкторы помогают им в этом. Проект работает в обоих направлениях. Прошедшие выходные инструкторы, администраторы и занимающиеся в клубе «Антей» посетили «Аванпост», где для них провели огневую и тактическую подготовку, а также ознакомили с основами оказания первой медицинской помощи. На самом деле нового ничего не узнал, так я уже здесь занимался и уже все это проходил. Максимум, может, отточил свои навыки и вспомнил старое доброе. Финиш проекта намечен на август. В последнем месяце лета на полигоне «Аванпоста» пройдет военизированная эстафета. Она состоится в двух номинациях – «Профессионалы» и «Гражданские».